В Ненецком округе продолжаются мероприятия в рамках фестиваля «Выходи гулять». Он проводится в регионах страны по инициативе Минстроя на общественных площадках, благоустроенных в 2017 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, в поселке Искателей на детской игровой площадке по улице Строителей сегодня состоялся праздник «Прощай, зимушка-зима». Разнообразие масленичных игр, гадания на блинах, а также красавица Маслена подарили ребятам отличное настроение и море позитива. Здравствуй, красавица! Ну, здравствуй, сестрица! Чего пожаловала? Ой, Зимушка, и ты здесь! Как я тебе рада! Она мне рада! Сама так и норовит меня прогнать! Знаешь что, не уйду! А не уходи! Не уйду. Оставайся с нами и поиграешь! Праздник «Проводы зимы» на детской площадке по улице Строителей организовали в рамках фестиваля «Выходи гулять». Площадка была построена в прошлом году в рамках федерального проекта. Ну, сегодня у нас очередной праздник «Проводы зимушка-зима». Организован он на площадке, которая построена по программе «Комфортная среда». Организатором является Искательская администрация совместно с помощниками. Это у нас клуб «Созвездие». В этот раз праздник посвятили проводам зимы и масленичной недели. Ребята и взрослые украсили чучело масленицы, познакомились с традиционными народными забавами, а также вспомнили традиции масленицы. Часто гуляем, потому что живем рядом, возле нашего дома площадка. Нам удобно, да. Потому что раньше, когда она была возле магазина «Меркурия», там было довольно мало места. И подход неудобный. Здесь все-таки удобнее намного. На этом мероприятие не закончится. В марте и апреле также пройдут праздники на детских площадках по улице Ардалина и Монтажников. В 2018 году в поселке Искатели будут обустроены еще 4 территории общего пользования и 3 дворовые территории. Сам проект вызван популяризовать сам проект «Комфортная городская среда», чтобы люди, дети подключались, играли, выходили, не ломали детские площадки, чтобы они их берегли. Самое главное, это чтобы люди, дети, все жители поселка Искателей, да, и всей России берегли то, что сейчас делается в рамках этой программы «Комфортная городская среда». Реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в Ненецком округе», как и по стране в целом, началась в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. В рамках проекта «Ненецкий округ на создание комфортной городской среды» будет ежегодно в течение 2018-2020 годов получать из федерального бюджета по 5,9 миллиона рублей. Еще по 60 миллионов рублей на каждый год закладывается в бюджете региона. Людмила Сидейская, Антон Выдряков, телеканал «Север».